на ремонте вот такой телефон, смартфон Лигу. Какая модель, не знаю. Значит, проблема в том, что он не заряжается, но его начали заряжать отдельно батарею Лигу М13. Отдельно заряжается батарея, включается, то есть проблема с разъемом, USB разъем. И если отдельно заряжать, то он работал. А тут и перестал работать. По кругу идет загрузка, не загружается. Хотя входит в бутовый режим. Можно выбрать к заводским настройкам, hard reset сделать, к заводским настройкам переходит и все равно не загружается. То есть есть вариант перепрошить, но так как разъем не работает, перепрошить не получится. Ну вот такая ситуация, поэтому что необходимо сделать, определиться, что можно сделать с USB разъемом, а потом уже остальное. Поэтому здесь отдельно откручивается вот эта часть, там где разъем, двух винтиков уже нет. Сказали, что уже с разъемом что-то делали. И сейчас вот осталось два винтика и добираемся до разъема. Открутил я два винтика, но что-то оно так свободно не снимается. Провода держат. И сейчас посмотрю, куда-то идут провода, что-то отпадает. Вот как-то так. Проводки припаяны. Нету разъемчика, который бы отсоединил. Как-то тут все не очень продумано. Сейчас будем смотреть, как добираться дальше. Ну, все как-то не очень хорошо. Можем оставить так. Вот эта плата, где есть разъем питания. Она держится на двух винтиках, и, собственно, и вот здесь шлейф можно отобрать и носить вместе с этой крышкой, потому что в крышку встроен динамик, он не снимается. И так вместе с динамиком на шлейфе пока не отпадет. Если отпадет, припаяем. Поэтому откручиваем. Значит, вот этот винтик, а вот сюда как-то вот этот винтик, и плата вместе с разъемом должна сняться. Чтобы проверить сам разъем, воспользуюсь дополнительным еще одним переходным разъемом, где я могу, например, здесь подсоединиться к минусу и отдельно проверить, к минус приходит или нет. Ну, здесь подсоединяюсь к минусу, а на этом разъеме к плюсу. И, соответственно, проверяю, плюс приходит или нет. Приходит плюс. Теперь здесь подсоединяюсь к плюсу, а на этом разъеме к минусу. Приходит. Сам разъем нормальный. Ну и мне показалось, что не меняли этот разъем. Значит, на самих контактах разъема есть разъем, есть питание. Мне кажется, что отпаялся минус. Как проверить? Сейчас прозвоню между, ну вот, допустим, минусовой площадкой и самим разъемом. Мне кажется, что нету. И между плюсовой площадкой. Плюс сразу ныряет вниз и идет к вот этому разъему общему, к
этому разъему. Он, правда, уже немножко подкисленный. Такое впечатление, что вода попала. По какой-то причине. Ну, сейчас посмотрим. Дальше. Сейчас буду звонить. Мне кажется, просто контакт отошел от ламели. Что необходимо сделать? Может быть, я увеличу площадь контакта минуса. И прямо тут есть где зачистить. И пропаяться сильнее, чтобы разъем не уходил, чтобы минус не уходил. Мне кажется, минус отпаялся. Но ситуация немного осложнилась. Получается, что все 5 контактов, все туда-сюда ездят по плате. Все 5 контактов не припаяны. Это плохо, потому что они могут быть не припаяны. То есть сам разъем работает, металл сидит крепко. Внутри металла пластиковая часть вместе с контактами двигается. Как этот вопрос решить без замены разъема? Не вижу целой ли площадки под этими контактами. Правый и левый можно, видно, есть продолжение, можно их дальше сильнее прикрепить к боку. А вот средние еще 3. Буду разбираться. Ну, теперь я назад устанавливаю уже эту плату. Плату нужно будет установить еще вот этот разъем, шлейф посоединить. Ну, а дальше припаивать уже эти провода с динамиком буду потом. Ну, а сейчас хочу подсоединить и попробовать, будет ли работать зарядка, хорошо ли зацепилась, припаялись все контакты. Здесь прикручиваются такими двумя винтами с широкой шляпкой. Как-то они такие особенные винтики. Хотя бы один поставим, чтобы никуда не убегало. И будем пробовать заряжать. Ну что же, я закончил ремонт. Ремонт оказался необычным. Смотрите, все-таки здесь на этом разъеме были окислы, которые я убрал. Окислы от воды, имеется в виду. Убрал чем? Ну, вот раскислитель у меня есть такой. Есть специально для контактов электрических. Ну, вот это тоже раскислитель. Технический, не электрический. Но все равно было достаточно. Я капнул, потер немножко щеточкой. И теперь, ну, и, конечно, я еще делал разъем. Но дальше я просто припаял, как я уже и говорил. И теперь он запускается. До этого не пускался принципиально. А сейчас все в порядке. Включается полностью, запускается Android. С этим вопросом уже теперь не возникает. Поэтому, смотрите, хотя я первым этапом делал USB разъем для того, чтобы потом прошить, но прошивка оказалась ненужной, он запустился. Вот, пожалуйста. Поэтому тут вопросов нет, все работает, отдаю клиенту. Итак, вопрос разъема и вопрос шлейфа и разъема на шлейфе. Тоже он был окислен и, видимо, или не пропускал какой-то сигнал, или просто блокировал развитие. Поэтому я уже подпаял назад проводки динамика. И сейчас ставлю на место и устанавливаю, прикручиваю и отдаю клиенту. Подписывайтесь на канал. Увидимся на канале. Всего доброго.